Проезжающие в первом индустриальном переулке водители, устав от ям, решили объезжать неровности по тротуару. Они пояснили, что круглый год ситуация на этой дороге является критической для автомобилей. Ежегодно здесь происходят поломки транспортных средств. Здесь колеса в лужах валяются. В прямом смысле этого слова люди их теряют. Потому что тут по весне при хорошем дожде ни одной ямы здесь не видно. Тут сплошное озеро. И как бы шоу интуиции начинается. Где проезжаем, где не проезжаем, на свой страх и риск. Это асфальт-то есть, но вот такой убитый, что можно сказать, что одни ямы. Подвеска очень страдает, здорово. Это вот сейчас еще считаем за это лед и там все это, да? А вот весной-то мы ездим тут на машине, тут одни колды машины. К тому, что многие водители предпочитают разбитые дороги ровный тротуар, некоторые местные жители относятся с пониманием. Иногда едут, вот видите, проехали следы. Как? Там дорога очень плохая. Ямки одни, плохо едет. Другие рязанцы рассказали о том, что передвижение автомобилистов по тротуарам их не устраивает. Что, очень приятно, когда по тротуару машина двоедет. Идешь и смотришь, как бы тебя не обрызгали, как бы тебя не это. Местные жители рассказали, что не помнят, когда на этой улице происходил полноценный ремонт. Однако перед Новым годом дорожные работы в этой местности наблюдались. У нас они там, вот, которые вот такие маленькие ямки были, мы вот в том доме живем, вот, они заделали. А вот дальше по нашей улице, вот по Энгельсу, вот там большие ямы, они даже их и не подумали, и то делали в час ночи. Несмотря на то, что по этой дороге трудно быстро ездить и на тротуаре машины не рискуют разгоняться, движение по пешеходной зоне здесь является вдвойне опасно для окружающих. Ведь тротуар примыкает к детскому саду. Никто не может предсказать поведение ребенка, когда он выйдет с родителями с территории этого заведения. Ограждений между тротуаром и дорогой тоже нет. В избежании трагедии местные жители надеются, что здесь отремонтируют проезжую часть, а тротуар отделят от дороги кустарником или ограждением. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».